Ольга Валентиновна, что скажете по поводу записи? Ну? А что тебе меняют? 12 суток! Пить не дают, когда ты стал, что они защитников не привлекают! Тебе 15 суток дали? 12! Мне руку сейчас ломают, наручники у меня на руках. Вот, посмотри. Не знаю, я их не видел. Я объявляю голодовку. Это судилище, поганое судилище. Как стряпали дело, как судили, как заслуживали. Ну что скажете теперь, а? А? Ваша честь. Ну что скажете? Уважаемый, чего это вдруг? Да у вас есть разрешение? Мне тоже надо. Вадим Корой, Константин Алтухов, Парка, Денис Кулага, РЕН-ТВ, пришли на участок возле первого отдела полиции, чтобы дать интервью. На тот момент участок не имел кадастрового учета и пропускного режима. Мучкин Сергей Васильевич, начальника первого отдела полиции Раменск, из экспертного заключения уровень речевой культуры средний. Словарный запас характеризуется как ограниченный, манера речи несколько развязная. Выключите, пожалуйста, съемку. Попрошу сейчас съемку здесь прекратить. Я вам представляю, корреспондент компании РЕН-ТВ, зовут меня Спасибо, пожалуйста, территорию. Вы сейчас обязаны территорию. Вот это ваши сотрудники. Покиньте, пожалуйста, либо территорию, либо вы сейчас будете подвергнуты доставлению в отдел. Доставление в отдел по на основании того, что вы сейчас снимаете, а это противозаконно. Противозаконно? Да, я вас попрошу. А закон-то какой? Закон-то, подождите. Вот это ваш голос или нет? Это отдел, по основании. А с каких пор? На с каких пор? Предупредил о том, гражданин Мучкин. Гражданин Мучкин. С каких пор? Ответьте мне, пожалуйста, на вопрос. Руки, я говорю, уберите. С каких пор? Гражданин Мучкин. Припроводить в отдел. Гражданин Мучкин, с каких пор, скажите мне, пожалуйста, оставьте в покое человека. Прекратите, пожалуйста, съемку. Скажите, пожалуйста, я иду. Оборотни! Оставьте у человека работу. Вы зачем? Приходите в отдел. Вы не видите документы? В отдел.
Сейчас якобы будет произведен досмотр с понятыми, которые есть в протоколе досмотра. А это у журналиста РЕН-ТВ пытаются отжать мобилку. Доблестные прихвостни Мушкина. В помещении нет ни одного понятого, но полицейские выворачивают у всех карманы, не составив ни одного документа. Так Мушкин и подкидывает гражданам запрещенные предметы, как он сам и сказал под запись на диктофон. Чё? Их прессуют, а я ничего не нарушил. Что там происходит-то вообще? Ну, прессуют жестко. Я услышал крики какие-то. Там получилось так, что типа они нарушили. Ага. То, что снимали. Мы тоже снимали, но мы не нарушили. Ништяк. Как это возможно? Я сказал, ребята, если вы хотите, чтобы я ушел, вы меня должны вынести и положить на выходе, да? Я лягу, попрошу принести палатку туристическую, спальный мешок, и буду здесь у вас жить, пока вы мне не вернете мои вещи, вы у меня изъяли. Сколько вот это по времени идет? Вот до сего момента. Все вот это время, да, вот несколько часов вот так вот. Они отдавали мне, да, первые 4 часа, значит, они мне, первые 4 часа они мне пытались... Мы составляли документы так, как будто я поеду в суд, а последующее время, сколько меня не было, часов 7-8, да? Последующие несколько часов меня пытались выставить, ну, сказали, уходи, ты свободен, но вот вещи мы твои тебе не вернем, придешь за ними. Я понял. Я приду, вещи мне нужны сейчас, вы не имеете права. Но в итоге... Знаешь, что у Константина тоже так же вещи забрали и не вернули до сих пор, то есть они сейчас находятся здесь. А где Константин? Да, говорю, давай, сейчас, можешь продавать. В суде давай. Находится. А его в суд отправили? Нет, мы тебя там ждали. Мы думали, Я понял. А он сможет на машине передвигаться? Ему хотя бы... Нет, ему не вернули ни ключи, ничего. Вообще. Капец, я настоял, чтобы ему не вернули. Ничего не дали. То есть они хотят, чтобы он за ними пришел в суд? А у меня вообще то есть, я изъят планшетник. Да, а что еще изъят? Ключ от машины. Капец, подожди. А каким образом? Ключи от квартиры тоже изъят? А нет, ключи от квартиры находятся в машине. Ни на что. То ли денег у него нет. У меня здесь деньги и телефон, а второй телефон лежит здесь. И ты позвонить не можешь? Денег нет, да, и ключей нет от квартиры. Вещи только просмотрели начальник, ну, наверное, я лучше прокомментирую, потому что он знаком уже с этими оборотнями, видит их не один раз и прекрасно находит точки соприкосновения, и они его понимают лучше, чем я. Заявления были написаны, ждем начальника, который примет решение, какие-то вещи вернуть или не вернуть. Вот, сказали, как только подъедет начальник, нас позовут, а пока попросили покинуть помещение. Все, талоны к иску мы получили, заявление зарегистрировали. До этого времени получается человеку жить в палатке. Заявление о хищении вещей Константина и заявление о том, что мы выдали копии протоколов задержания, копию протоколов постановленного и административного ареста, копию протокола привлечения копию протокола по Константину Петерову 19-3. Ждем начальника. Ходатайство нельзя подавать, потому что у них канцелярия работает до 6 вечера. Выдадут вещи-то? Выдадут. А когда? Прямо сейчас, если он пойдет с вами. Из суда. То есть вам в суде выдали? А телефон среди вещей был с диктофоном, нет? 22 сентября 2016 года судья Ладин продолжил практику судьи Голышева. Вот.
еще листаю вниз, консультант по поводу закрытого режимного объекта. Не могу ничего найти такого. Судья Ладин вынес постановление о виновности в отсутствии Коровина и Алтухова и назначил штраф по 1000 рублей. А чтобы не так страшно было, опять нагнали полицейских в качестве подставных слушателей и автоматчиков в зале и в здании суда. Константин Алтухов, Паркман, выиграл дело в Мособлсуде. Его оправдали за отсутствием доказательств его вины. Константин уже подал иск против Мучкина. Мучкин с Голышевой по сей день остается на своих должностях.